Здорово, катаны! Сегодня у нас на повестке дня симулятор козла. Будем мы сегодня за этого козла играть. Скажу вам честно, я уже немножко поиграл. Все равно в управлении до конца не разобрался. Но скажу вам честно, игрушка так. Просто чтобы убить время. Так давайте же его убьем. Да, конечно, козел тут это та еще хреновина. Так. О, коза. Такой, еще козел. Я так, правда, не понял, куда он там улетел, но побежали. Сейчас будем все крушить за этого козла. Так, о, побежали сейчас. Ау. Ебическая сила. Что это было? Да, скажу вам честно, я почитал немножко про эту игру, и разработчики ее делали 2 недели. Так, вставай, подлец. Так. Да, тяжелый случай. Блин, у меня даже это слов нету. Побежали, сейчас все так закрушим, что просто. Ох ты ж. Да. Что просто закачаешься. Ох, блин, это должно быть больно было. Нехрен тут это пиво пить. Алкаши. Так, давайте попробуем эту машину уничтожить. Правда, вот я не знаю, можно ли ее уничтожить или нет. Во. Блин, а что я нажал? Да, вот это язык. Да. Так, давайте еще попробуем. Блин, эту машину хрен догонишь. Хрен догонишь, блин. Не, ее походу уничтожить не получится. А да, что ты будешь делать, блин? Газ, во, побежали сюда. Мячик. Как-то он отрикошетил. Ох, блин, что с головой у этого козловой? Тут проход есть, отлично. Машина. Да. Хотя, если честно, скажу вам так, от таких экспериментов этот козел уже должен был сдохнуть. Да-да, именно так. Давайте ящики бить. Но мне все равно. Ой. Да. Это просто. Так, я не понял, а что ящики поехали? Чё поехали-то ящики? О, там еще ящики. Ну-ка, опа, блин, и меня. Что за дичь такая? Так, опа, машинка. На нахрен. Ух. Побежали наверх. Так, главное не свалиться. Так, что тут за хреновина? Ой-ой. Гадство. Как говорится, с чем боролся, на то и напоролся. Так. Тут прохода нема. Плохо дело. Походу этот объект не разрушается. Так, ладно, побежали. Нужно сейчас организовать бомбежку всего этого. Так, не грохнуться бы еще вниз. О, отлично. Можно тут разрушить. Правда, вот эти вот мне не нравятся люди, тут стоят как эти. Как столбы. Но еще порой кричат. Некоторые как столбенюшки стоят. Так, надо как-то из этой кучи мусора выбраться. Да, твою мамашу, давай. Не застревай. О, отлично. Ух ты, что-то еще и бабахнуло что-то. Так, стоп, а давайте глянем, что тут за дичь. Ой, да. Тяжелый случай. Козел научился летать. Ну как, это все турбулентность. Надеюсь, я в терминах не ошибся, хотя, блин. Я не знаю, знаете ли вы, мои дорогие зрители, что такое турбулентность или нет. Оба, тут и... Давай. Хопа, полетели. Так, а что тут у нас? Ай, ничего интересного. О, какие-то вентиляторы.
Ух ты ж, ебивай, что это было-то? Гляньте на это мясо, которое летит. Ой. Да. Готовимся в космонавты. Блин. Козел своей тушей застрял в стекле. Ну, багов в игре просто-напросто дохренище. О, опять. Это невесомость. Ну как невесомость? Невесомость — это, мягко говоря, состояние падения. Только вот, так как скорость там равна нулю падения, то поэтому и получается такой эффект. Ой, да. Ладно, полетели к выходу. Ой, извини, козел. Вот, так, вставай. Так. Да, а что ты будешь делать? Вставай, подлец. Бочка, нахрен иди. А то легла тут. О, да. Так. Давай, вылезаем. Побежали все крушить и уничтожать. Так. Ну-ка. Так, нет, это прохода тутоньки. Нету. Ой. А чувак стоит просто ни хрена не реагируя. Вот. Дядь, здорово. А ты тут что делаешь? Уже лежишь. Ну, нормально, полежи, отдохни. Блин, а что тут в магазине случилось? Вот обидно за самое. Обидно. То, что я еще в магазин не заходил, а там уже разгром. Вот, отлично. С этой хренотенью мы тут разобрались. Так, как выйти? Стоп. Да выпрыгивай ты уже. Так, ладно. Побежали сейчас вот тут вот выйдем. Так. Я надеюсь, забиться нормально, без каких-либо помех. Ой. Я в забор впилился. Кстати, тут машины ездят, правда вот. Взорвать их нельзя. Воп, ну-ка. Во, машинка, отлично. Вставай. Ух ты ж, епецкая сила, вот это шандарахнуло. Кстати, я же еще тут не был. Возле дома своего. Ох уж этот дом. Так. Вот, ну-ка, машинка. Ух ты ж, блин. Да что ж творится-то такое с этим козлом? Ой, уехал. И что дальше? У него что, язык оторвался? Куда надо идти? Ставь. Побежали. Вот, отлично, я вышел там, где нужно. Ой. Переехали меня. Ух ты ж, да, это, конечно, выглядит все угарно. Так. Бабах! Так, давайте, побежали, устроим тут всем Варфоломеевскую ночь. Так. Харе валяться. Ну-ка. Не, лестницу нельзя сбить. Во! А то и что тут вообще наглые устроили. Такую хренотень, блин, там еще тело какое-то лежит. Ну ладно, тело — это отдельная тема. Надо в дом зайти, хотя ладно. Воспользуюсь дверкой. Ох, вот это был удар мечом. Слушай, козел, мне кажется, ничем ты делом занимаешься. Надо бы тебе заняться баскетболом. Он за жопу укусил, походу, что она так заорала. Так. Да. Козел, конечно, этот тут всем сейчас даст прикурить. Кюо. Так. Чё? Охренеть. Блин. Так, а мне понравилась эта штука. Так, иди вы нахрен. Давайте проверим, что это такое. Ой!
Оу! Ой! Трамплин! Блин, жалко, я знаю, что трамплинов не было. Было бы прикольно запустить этого козла в полет. Да, опять я мимо трамплина. Ладно, побежали в дом. Так, это можно уничтожить? Понятно, это нельзя уничтожить, а это? Ну, отлично, топор скинули. Как там в той песне было у короля и шута? Как известно на Руси, лучший Ваньку не беси. Бери топор и руби хардкор. Вот так вот как-то. Так. Прыгаем. Отлично, стекло разбили. Опаньки, опаньки, опаньки. Дедок. Иди-ка ты. Нахрен. Так, о, компьютер. Жалко, конечно, такой монитор был. Так. Давай, козел, ну-ка. Так. А если сделать такой? Что с языком? Ладно, хрен с ним. Вы это видели? Язык сквозь стену прошел. Так, все. Опа, ракета. Ракета, ракета. Что ж ты хорошо скажешь? И чё? Чё ты, блин? Я думал, будет что-то веселенькое. Да, а там полная лажа. Так, побежали. Тут сейчас это... Кстати, о, две машинки. Ух. Бабахнуло. Так, понятно, сюда нельзя залезть. Хорошо бабахнуло. О, ну-ка. О-о! Охренеть, это что ж такое было? Кстати, тут этот козел прямоходящий. Зацените, ребят, как можно по лестнице подниматься. Дед, ты чё тут мечтаешь? Ну вот, кстати, есть горочка. Давайте сейчас покатаемся. Я бы не против был бы на такой горочке скатиться, но если только в бассейнчике была водичка, а то тут так, во! Туша! Поехали! Ёпсель-мопсель, а куда мы едем? Гасва. Это ж надо было так промахнуться. Так. Стоп. Полезли наверх. Надо со второй из горочки скатиться. Ой-ой. Ох ты ж. Я охреневаю, козел. Это ж надо так по наклонной плоскости двигаться. Во, поехали вниз. На нахрен. Аккуратно. Зашибу. Да. Как-то не особо я там зашиб. Ох ты. Тут, оказывается, можно еще вот так вот на жопе ехать. Так. Побежали. Во, на жопе можно кататься. Ну это ладно. А я думал, блин, на что я нажимаю, что он на жопе постоянно катается? Ой. Чувак. Какой-то ты редисочный. Да. Давайте попробуем, нет. Опа, не то я схватил. Давайте вот эту бабу попробуем. О, едет! Побежали навстречу! Ой! Блин, а куда она делась? Жесть. Так, вы видели это, как он на жопе едет, ходит? Мы едем, 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 едем в Магадан. Так, о! Аналахангмар! О, аналахангмар! О! На нахрен. А то развелось тут этих додиков. Чё? Ох. Неплохо. Кстати, а вы тут чё, моих родственников жарите? Гады. Пати, надо вам... Ух ты, чувак, загорелся. Подлец. Нет, тут тоже в дом нельзя запрыгнуть. Да. Зато есть... О, а что это за время такое? Я не понимаю, что с ним делать? Кстати, тут на крыше
Имеются вентиляторы. Давайте попробуем залезть. И что они делают? Ну-ка. Так, ух ты. Да, только надо было это сделать в сторону батута. Ну ладно. Да, так я все-таки так и не понял, что ее за это время дает. Ну ладно, похрену. Побежали, поищем. Чтобы еще такого вытворить. Так, машина. Да нет, это ничего интересного. Эта дура нас опять переехала. Так. Тут что у нас интересненького будет? Настройщик. О, машинка. Да, а что ты не взрываешься? О, бабахнуло неплохо. Ой. Да. Ох уж этот козел. Как в том фильме было про Хэнкока. Ты козел. Скажу вам честно, жалко, что нет русской версии этой игры. Хотя, когда я услышал симулятор козла, я сначала подумал, что это от лица гаишника. Но оказалось... Сами видите, что оказалось. Так. Что тут настроечки интересненького есть? Так. Нет, я так буду прыгать довольно долго. Побежали, поищем еще тут. О, поехали, поехали, поехали. Так, машинка. Хрен с тобой. Побежали еще что-нибудь. Повытворяем. Так, стоп. Вставай. Да, что ты делаешь? Как вот тобой управлять? Да, видите, какой тут разгром? Тутоньки, я уже был. Кстати, давайте попробуем запрыгнуть вот на эту дичь. Тут же как-то можно запрыгнуть. Да, моё-моё. Стоять. Стоять. Так. Догони. Прыгаем. Полетели. Не, ни хрена. Так, побежали. Опаньки, ребята, а вы тут что, заныкали, что ли? К сожалению, в этой игре, вот что мне не понравилось, так это нет расчлененочки, как в Postal 2, представьте. Хотя, по идее, эта игра рассчитана для детей, наверное, и я думаю, расчлененка поставила бы рейтинг 18+, но все-таки. О, я нашел это место, пойдемте, тут сидят эти, одни засранцы. Судя по компьютерам, это они сделали эту игру. Походу, это отсылочка к разработчикам. Давайте мы вас забодаем за то, что вы такую сделали низкокачественную хрень. Да, я понимаю, что сделали за 2 недели и отсутки, но, блин, могли бы... Это, как его говорить, пойдемте наверх. Багов сделать поменьше. Ух, да, диванчик. Надо как-нибудь отсюда выйти и будет попробовать. Ой, давай ты. Да шо же... О, а вот походу, где они курили траву перед тем, как это придумать. Так. Ну, вы, надо найти выход. Ну как, вот окно есть выход. Блин, что с головой? Она, походу, там застряла. Прыгаем. Еще. Так, назад. Прыгаем. Прыгаем. Во, отлично, мы выпрыгнули из этой клаки. А, да, о, чувак, а ты тут что стоишь? Получи под жопу. А шо ж ты орёшь-то, как баба? Так. Во-во-во-во-во, это что за чудо такое? Ебать. Я просто в шоке. Так, тут я был. Пойдем что-нибудь еще зачудим. Оригинальненького. Так. Скажу вам честно, в этой игре можно убить время. Тут, по идее, что-то должно быть. Ну-ка. Кстати, у меня идея. Давайте попробуем кое-что сделать. Охренеть. Просто охренеть.
А что, так можно было? Блин, а у него язык же, по идее, должен оторваться. Да, мягко говоря, тяжелый случай. Да еще он так подпрыгивает. Мой этот дрифтер хренов не видит, что к нему тут этот груз прицепился языкастый. Мне вот интересно, язык тут может оторваться или нет? Хотя я думаю, что не может, но все-таки. Блин, выглядит это довольно угарно. Язык этот. Ну да. Так. Да. Вот это хреновина. Я не ожидал никак такого вот поворота. Скажу вам честно, у меня нет слов цензурных для того, чтобы описать эту ситуацию. Да, Happy Wheels с этой игрой отдыхают, ладно. Блин, как-то, конечно, он отцепился, мягко говоря, не очень эффектно. Так, вставай, давай еще раз попробуем. Надо, чтобы как-то хоть отлететь. Да, пока эту машину догонишь. Во. Полетел. Во. Сейчас уже был полет более-менее поприкольнее. Пойдемте еще тут что-нибудь поищем. О, а это что такое? Да. Какая-то хрень. Так, чем бы еще тут заняться? По идее тут... Опа, кран. По идее на него должно... Можно быть залезть. Блин, я конечно понимаю, что сказал. Хрень. Но пойдемте попробуем... Залезть. Так. Да. Блин. Шо у него с головой? Да. Тяжелый случай. Ух. Так, интересно, если я спрыгну, то что будет? Это что за тавтология? Так. Блин, почему жопа торчит? Как отсюда вылезти теперь? Ну, что мне делать? Как мне вылезти? Ой, да. Шевелится, шевелится, но хоть как вылезти-то отсюда? Так, ну-ка, давайте попробуем нажать сюда. О, отлично. Я телепортнулся назад. Пойдемте еще раз залезем на этот кран. Так. О, побежали, побежали. Я уверен, что нам получится тут замутить что-нибудь интересненькое. Столик, кстати, надо бы столик сбить. Чё, нельзя что-то тебя сбить? Не, оказывается, можно. Да. Скажу вам честно, игра хоть и баганная, но... Задумка довольно интересная. Интересно, вот за сколько эта игра в Стиме продавалась? Не, ребят, вы не подумайте, я не покупал такую хрень в Стиме. Ух ты. Там какой-то хрыч был. Давайте попробуем. Так. Нет, отсюда нельзя залезть. Аккуратненько, давай, давай, давай. Ай, блин. Ладно, не свалился до конца вниз. Ой, тут лестницы, оказывается, есть. Так, надо все это перепрыгнуть, а то тут эти балки.
Во-во-во-во-во. Полезли. А то тут два пройдохи. Точнее, как, не пройдохи. Бедолаги, вы тут что, от меня прячетесь? Так, понятно, это нельзя. Чувак. Ну что ты творишь? Взял, покончил с собой. Как мне теперь туда забраться? Походу мне туда, мягко говоря, никак не забраться. Вопаньки, вопаньки, вопаньки. Так. Ну-ка, давайте сейчас попробуем подпрыгнуть по-хорошенькому. Ой-ой, улетел я. Ну, хоть в текстурках не застрял. Вот, а теперь давайте на самый верх полезем. Надо залезть на этот самый верх. Так, почапали. Чап-чап-чап-чап-чап-чап-чап. Блин, конечно, да, не стоит это озвучивать. Уй, да. Вон он стоит, блин, и жалко, нельзя поближе глянуть. Что это за такая штука, блин? Вот интересно, сколько эту игру продажи были? Может, мне тоже сделать что-нибудь подобненькое, без знания программирования? А что будет? Довольно оригинально. Так, что ты там лежишь своим языком? Ух ты, дельтаплан. Там что-то красненькое, походу, за зону, то, что нельзя выходить. Так, отлично. Забираемся. Блин, высоко тут. А я как назло высоты боюсь. Так. Не... Ну-ка. Убежали, да, конечно, как-то тут вообще он не проваливается. Опаньки, а там сидит там этот. Да, понятно, на контейнер я приземлиться не смогу. Не посмотреть, что это. Здорово, дядя, суицидничек. Тебя это подтолкнуть? Держись, не благодари. Какие там вентиляторы, интересно. На них лететь можно? Давайте попробуем спрыгнуть, наверное. Полетели, полетели. Да ну нахрен. Я заставила башка. Так, ну что? Выбраться можно тут или нет? Так, во, отлично, я выбрался. Но козел тут этот, мягко говоря, немножко. Хотя, чё немножко, с ним-то все отлично. Давайте тут посмотрим, что еще есть интересненького. Так. В принципе, наверное, уже все тут обошли. И для первого видео хватит. Ребят, если вам понравился данный видос, поставьте лайкосик. Если вы еще не подписаны на мой канал, то я рекомендую вам подписаться. Ссылочка будет в описании. Вступайте в мою группу ВКонтакте. А не то я вас по IP вычислю. Всем спасибо за внимание. Всем пока, катаны!